Мы с вами в селе Кикино Каменского района Пензенской области. Есть очень красивая, интересная легенда, которая связана с возникновением этого села. Лет так 300 назад жил на свете татарин по имени Арслан. И были у этого татарина очень большие заслуги перед государством, заслуги военного характера. И вот как-то пришел он к царице и попросил землю за эти свои заслуги. И царица сказала ему: «Садись-ка ты, братец, на коня и скачи. И вот сколько земли ты за день обскачешь, вот столько и получишь». Что, конечно, и было сделано. Вот так и появились в этой округе сразу 7 татарских сел, среди которых и это село Кикино. Но ведь мало просто основать, поставить деревню. Нужно сделать так, чтобы она просуществовала эти 300 лет. А что для этого нужно? Чтобы она осталась по-настоящему татарской. Образование, образование и еще раз образование. А значит, нужны люди, которые видят в этом весь смысл своей жизни. И такие люди в Пензенском крае есть. Понятие «родной язык» у каждого свое. Если вы живете вот здесь, представьте, насколько более необходимым становится для вас это понятие. В Пензенской области 52 татарских села, и практически в каждом селе, где есть школа, есть татарский язык. Татарский язык как предмет, конечно. В основном все учебники мы получили через автономию, и в последний раз через Министерство образования. Все благодаря помощи Татарстана. Через Татарстан автономия добивается, и все обеспеченность, насколько сейчас у нас есть, все идет через автономию. В каждом татарском селе татарский язык. Казалось бы, ну иначе-то и быть ведь не могло, но могло все же. Мы ведь не в самом северном, почти мусульманском регионе мира, мы не в Татарстане. И чтобы построить эту систему по всей области, порогов обойти нужно было немало. На первых порах вот этот человек, известный пензенский предприниматель, руководитель автономии татар области Бакир Акжигитов, из собственного кармана, который во многом и формирует бюджет автономии, оплачивал учителям татарского их труд. Начиналось так. Сегодня уже область, которая понимает важность вопроса, сама финансирует школы. Вот за 2 года нам удалось в 4 селах изучение татарского языка и литературы. Возобновить, да, в 4 селах. Поэтому в таких селах мы поддерживали, начинали платить учителям. Учителям начинали зарплату платить, и это подтолкнуло Министерство образования и пойти в этом направлении. Да. Но в итоге они взяли, Министерство все-таки на себя взяло. Да, Министерство на себя взяло, да. Село Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Казалось бы, совершенно обычное село, но известно оно по всей этой округе, во всем этом районе и даже в области известно. Почему? А вот почему. Это целый образовательный комплекс, который включает в себя школу, детский сад, огромную спортивную площадку. И комплекс этот построило не государство. Его построил один человек – благотворитель, меценат, предприниматель и просто патриот родного края Ринат Абузяров. Увы, герой, который мог бы стать сегодня главным героем нашего сюжета, не принимает участия в наших съемках. Он отказался из скромности. Но, конечно, мы не могли проехать мимо этого места, ведь его пример другим наука. Начальная школа на 56 учеников и детский сад на 46 воспитанников. Цифры вроде небольшие, но это огромный комплекс сооружений. Мы можем сказать лишь ориентировочно, все это должно было обойтись уроженцу этой деревни не менее чем в 60 миллионов рублей, миллион долларов. Вот этот человек, Ринат Абузяров. Ни квартиры в Нью-Йорке, ни дома в Майами и ни виллы на Лазурном берегу, а школа, детсад, именно детям. Этот, конечно, уникальный случай, так как есть случаи, когда строят у нас и мечети предприниматели, и церкви предприниматели, но это социальный объект. То есть уже другая ответственность человека, конечно. Ответственность. О, вот он на этом не останавливается даже. У вас есть планы, я знаю, это не конец еще, да? Да, совершенно верно. Вот, продолжение этой школы следует далее. В
Вскоре снесут и вот это обветшалое здание старой школы, разместят здесь еще один спортивный комплекс. На те же деньги, на деньги одного неравнодушного человека, который, кстати, не создал здесь частную школу, а просто подарил государству это все. В этой школе 3 урока татарского в неделю, плюс история, литература, краеведение и все родное. И в этом и смысл. Смысл в понимании для каждого из них. Кто мы и откуда? Конечно, Ринат Фархадович, он сторонник развития культуры татарского народа. Вот, он постоянно участник праздников, если какие у нас проводятся наши сельские через татарскую автономию Пензенской области. Ринат Абузяров – человек, который вложился в родное село. Эко-невидаль, скажет кто-то, ну мало ли примеров. А примеров мало. Переместимся за 70 километров отсюда. Вот это уже другой Сосново-Борский район области. Деревня Индерка, тоже татарская. И здесь тоже знают об этом человеке. Костюмы для выступлений, олимпиады, премии учителям за победу в них. Бюджет не тянет, тянет один человек. Большие успехи и в спорте для школы, успехи в вольной борьбе. Татами подарено меценатам. Татами, между прочим, стоит не менее 250 тысяч рублей. Кроме того, он оказал нам материальную помощь на ремонт санитарных комнат. Постоянно интересуется делами нашей школы и успехами наших детей, именно в спорте прежде всего. И Ринат Фархатович планирует построить в соседнем селе, селе Бестянка, спортивный комплекс, куда будут ездить и учащиеся нашей школы. И все-таки это искусство. Искусство делать то, что не было сделано до сих пор. Для кого строить? Для себя или вот для них? Если есть такая возможность. И у нас в Татарстане, и здесь, в Пензенской области, не слишком ли по-прежнему много сел, где есть несколько культовых и ни одного образовательного учреждения? Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. «Семь дней. Пензенская область».